Детский сад номер 2 «Ромашка» принял первых воспитанников 20 ноября 1931 года. С 1983 и по сегодняшний день он располагается в двухэтажном кирпичном здании на улице Сахарова. Этот год для коллектива его воспитанников юбилейный. Детский сад сегодня – это большая дружная семья. И в этом большая заслуга воспитателей и всех сотрудников, которые очень любят детей и свою профессию. В нашем детском саду работает дружный коллектив единомышленников, да, люди творческие, с большим педагогическим опытом, которые могут творчески подойти к решению различных задач воспитания, образования, обучения детей в дошкольном учреждении. Также, конечно же, это наши родители, которые совместно с воспитателями, да, увлекаются в деятельность учреждения. Значит, коллектив у нас трудолюбивый, да, имеет огромный стаж работы. В детском саду 6 дошкольных групп, 5 общеразвивающих и 1 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Воспитатели делают многое, чтобы у детей не возникло коммуникативных проблем. С воспитанниками регулярно проходят занятия опытный психолог. Это всегда положительный опыт для детей. Каждому ребенку специалисты находят индивидуальный подход. Кулачки поставим все вместе в большой-большой столбик. Скажем, ребятки, ставим. Скажем. Всем до свидания! Молодцы! В канун 85-летнего юбилея в детском саде звучит музыка, слышны отрывки песен и стихотворений. Мальчики и девочки совместно с педагогами готовятся к большому празднику. Каждый хочет удивить родителей своими талантами. И в этот день давайте помечтаем и сад наш в будущем представим. Вот бы построить здесь каток, чтоб на коньках кататься. А можно парк аттракционов, прям современный роли-дром. На роликах могли бы кататься и сладостями обедать. Приучать детей к искусству, музыке, развить в каждом малыше творческие способности – занятие непростое. Но для опытного педагога нет невыполнимых задач. Людмила Милентьева более 35 лет занимается музыкой с маленькими детьми. 5 лет в детском саду «Ромашка». Работа по-прежнему приносит ей только положительные эмоции. Работать с детьми – это вообще замечательно. Это такая, можно сказать, подпитка эмоциональная. Каждый день видеть вот детские лица и счастливые улыбки, когда у них что-то хорошо получается – это, конечно, очень здорово. И себя чувствую всегда молодой. С такой же любовью подходят к воспитанию и развитию детей все педагоги детского сада «Ромашка». Это давняя традиция, которая формировалась поколениями воспитателей. Юбилейный год коллектив хочет поблагодарить всех, кто когда-либо посещал и работал в этом детском учреждении. Всех работников, которые здесь работали и которые сейчас трудятся, и наших уважаемых ветеранов. Всем большого здоровья. Пусть никогда не гаснет та искорка в душе, которую они отдают детям. Всем еще раз крепкого-крепкого здоровья. И хотелось бы, чтобы мы все встретились на столетний юбилей нашего любимого детского сада номер 2 «Ромашка». Шарики воздушные, ветерку послушные, улетают шарики в сказочную даль. Шарики воздушные, словно птицы кружатся, расставаться шарики с вами очень жаль. Степан Крешановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».